Приветствую гостей моего канала. Наступил ноябрь. Решила последний раз в этом году полив произвести полностью замачиванием своих горшочков. Хочу рассказать вам немножко о своих цветах, поделиться этой прелестью, которая у меня есть. Может быть, кто-то, конечно, скажет, что они недоухоженные, чего-то им не хватает. К сожалению, так оно и есть. В этом году я слишком поздно занесла их с лоджии в дом. И у меня у цветочков начался осенний листопад. И нижние, и верхние, они как подмерзшие листики. Но, к счастью, не на всех растениях. Вот они у меня стоят с удобрением. Добавила гумат натрия калия. Вообще, в принципе, это удобрение, оно идет органика, природного происхождения. Что нравится, то что не наносит вреда ни почве, ни растениям. Полностью натуральное удобрение. Плюс оно улучшает качество почвы. Ну и на растениях очень хорошо они отзываются с благодарностью. Они хорошо растут, ветвятся, кустятся и так далее и тому подобное. Значит, вот эти вот у меня пока стоят замоченные. А вот тут вот малышня вся у меня уже я полила, можно так сказать. Вот что могу вам показать-то. Вот этот вот молочай трехгранный. В принципе, когда я его брала у девушки маленький отросточек, у нее рос полностью зеленый. Залито, постояв на лоджии, он у меня стал таким, как варигатным. Я не знаю, возможно, он такой должен быть. Но в комментариях, надеюсь, кто-нибудь напишет. Должно быть так или что-то с ним не то. Дальше. У меня есть вот такие вот маленькие-маленькие кактусята. Я их сажала из семян. Ну, что поделаешь, страсть у меня такая. Я очень люблю все растения из семян, из черенков выращивать. Да, когда взрослые растения покупаю или дарят, это приятно. Но больше почему-то мне нравятся хлопоты вот с этой малышней. Этот астрофитум, он прям покрыт мелкими-мелкими белыми крапушками. Не знаю, хорошо видно или нет. А есть еще, он пятигранный, как звездочка. Вот этот четырехгранный, но он зеленый. Вот видите, какое отличие. Я их прям обожаю, они такие малыши, красавчики мои. Ну вот у меня их несколько штук. Есть тоже зеленый, пятигранный. Этот четырехгранный, есть пятигранный. Дальше. У меня есть вот такая вот минечка. Это вообще с ней такая история. Она у меня, бедолажка, посеяна была 31 марта. Белая мини. Как я ждала это семечко, посеяла. Одно единственное заказала. Выпустила семечко, семидольные листики. Но ни одного корешочка не было. Я чего только не делала. Другой бы, наверное, на моем месте уже давно выкинул мусорное ведро. Эту малышку у нее вот много-много, такая маленькая, много-много веточек. Ну как, не то, что прям много-много, но 4 веточки есть. И я, значит, переживала, что с ней делать. И намучилась и теплички, и парнички, толку никакого не было. В результате посадила в перлит, поставила, и поставила, как говорят, гидра. Она у меня, правда, месяца за полтора-два нарастила корешочки и стала ветвиться. И вот получилась такая маленькая-маленькая прелесть. Так, ну что, вот эти вот у меня малышата тут... Они у меня безуходно росли. Я когда посеяла, значит, я сеяла пинки и арабы. Кстати, арабы покупала семена все с определенным процентом должен был быть темный каудекс. Ну вот, не знаю, наверное, плохо видно. Он как розовинкой становится. Надеюсь, что каудекс потемнеет со временем. И в определенном... На момент у меня ребенок перевернул все семена, все перемешались, я расстроилась и просто-напросто с психу рассадила по разным стаканчикам. Но, в принципе, вот которого показала, его видно, что это араб. Этот вообще у меня в месяц разветвился сам, вот такую рогатку сделал, он самый крупный. Каудекс у него очень довольно-таки толстый, но я его закопала поглубже, но здесь уже видно, что он не темный. Вот я говорила, что был осенний листопад у нас. Барашек. Он у меня тоже реанимацию проводила ему, пересадила, корни проверила. Очень-очень кудрявый был, красавчик такой чудесный. Но в связи с тем, что очень много листьев потерял, стал вот таким вот полулысым, полуоблезлым.
Даже покажу вот с этой стороны. Вот их видно, веточки там. Вон он какой у нас стволик хорошенький, толстенький. Ну, я говорю. Ну, вы знаете, после реанимации вот пошли в рост новые листики. Свеженькие. Так что, надеюсь, он еще очухается, так сказать. Вот это мне тоже араб. Свои адениумы я не прищипываю. Они у меня летом все сами, практически все разветвились. И арабы, и абесумы. Видите, тоже сколько веточек. У него листики такие, они... Камера, к сожалению, не передает. Они как изумрудные. Вот. Кстати, вот это растение... Сейчас, секундочку. И вот. О, уже можно... Все, уже они промочились. У меня можно вытаскивать. Нет, не этот. Это тоже вот араб. Они посеяны были в один день. Но разные сорта. И он прям такой маленький, карликовый. И также, как вы можете видеть, он разветвился. Как я их люблю. Они такие пушистенькие. Хорошенькие. А, хотела вам показать... Вот, 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 вот. И тоже, видите, листики нижние, нет-нет, опали некоторые веточки. Он, бедный, уже ближе к осени новые веточки начали расти. Ну, пока не спит вроде бы как. Но и не так развивается, как предыдущие. И вот я хочу показать. Это два сорта арабов, посеяны в один день. И вот у них какое различие. И в каудексе, и в кустистости, и в листиках. У них даже, знаете, цвет листьев различается. На вот этом более ярко-зеленые, а вот на вот этом они как тоже, как изумрудные. Они как бирюзой какой-то отливают. Так, дальше. Что у меня еще? Тут очень много, которые ветвятся. Вот тоже араб. У него листики тоже, они как бархатистые. И вы видите, тоже ветвится сам, без всяких прищипок. Без ничего. Я единственное летом при пересадке я обрезала все-все-все веточки. А вот этот малыш, это у меня единственный такой. Я не знаю, какой-то мутант, что ли, чудо-юдо-рыбакит. Он начал ветвиться в 4 месяца. И вот смотрите, сколько много веточек. И самое интересное, на каждой веточке еще по куче веточек. Эти листва наши опадают потихоньку. Я не знаю, видно, не видно будет. Саш, камеру подвинь поближе. Вот, вот, допустим, взять вот эту веточку. У нее идет вот ветка, вот ветка, вот, вот. И он пока рос из каждого листочка, из пазухи. Вот новых веточек, новых веточек очень много. Я же говорю, с 4 месяцев. И за счет того, что, видимо, весь рост шел на веточки, на листики, он практически не наращивал каудекс. Даже вот здесь снизу у него была маленькая-маленькая пятнышко, гниль. И знаете, сам себя залечил. И теперь такие трещинки. Видите? Вот он какой. Я не знаю, к сожалению, что с ним сделать. Может быть, по весне половину веток срезать. По-любому придется его как бы проредить. Потому что, ну, чересчур, чересчур много веток. И вот, как видите, листики опадают, но не у всех. Кстати, вот хочу показать. Абсолютно одинаковый ход. Это абесум. И вот такой крысиный хвостик. Листвы много. Но он такой тоненький. Такой, он абсолютно не хочет наедать попу. Кстати, при пересадке. Какие у них прекрасные там формы. Какие жопки эти корешочки. И вот такой же. Вот тоже в один день посеян. Вот у него какой каудекс. Я просто поражаюсь, какие они все разные. Кто-то наращивает веточки, кто-то наращивает себе каудексы, кто-то корешочки. Это вот такие растения, я в них просто влюбилась. И опять-таки, вот один из арабов, но он бедолага, он потерял всю листву. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь листиков осталось. Нижние все он скинул, верхние все он спать легко, заклеил макушку. И верхний листочек тоже вот отсушивает. Еще также это все-все у меня из семян. Потому что, ну, вот помешанное так на семенах, на черенках. И вот такая мини. Тоже у нее много веточек. Кстати, ей в ноябре месяце, через 2 недели, будет год ровно. Но она такая пушистая. И когда я занесла с лоджии
все свои цветы. Первые, кто начал листопадить и менять свой внешний вид, это была вот эта мини крупная и барашки мои. Они пострадали. Когда я все это увидела, я сразу, конечно, был дикий испуг. Начала перекапывать, пересаживать, проверять корневую. Листочки были тоже как подмерзшие. Ну, в результате, вот как вы видите, что у меня есть. Еще хочу вам показать, похвастаться своими прививочками, полученными с Тайваня. Но так как осень, уже нам отопление дали в квартире довольно-таки поздно, ближе к концу октября, вы знаете, я переживаю, что уже одно растение, очень-очень много бутонов отсушило, я сомневаюсь, что вытянет. Но второй стоит у меня под лампами, я очень надеюсь, что вытянет все-таки хоть один бутончик, но расцветет. Так, ну вот прививочка, это август 2018 года я получила. Корешки все постаралась закопать, но все равно, я думаю, видно вам будет. Вот эта вот часть была белого цвета, она была под землей. Конечно, говорят, при адаптации, когда получаешь прививки, нужно закапывать их по ту же полоску, как они росли до этого, но у нас позволяли условия приподнять каудекс. Вот он такой замечательный. Вот они две, даже нет, не две, три веточки. И сейчас я вам покажу бутончики. Вот на одной ветке бутоны. Вот они, наши бутончики. Она стоит у меня под лампами, эта прививочка. И на второй только вот-вот появляются. Не знаю, вытянет, не вытянет. Посмотрим, все дальше будет видно. Так, теперь я вам покажу. Плюс у меня очень любит лежать рядом с ними кот. Я у многих слышала, коты любят кушать растения. Но наш котик, видно, так его воспитали. Сколько у меня цветов за 3 года проживания с нами, он не съел ни одного листика, ни одного цветочка. Вот, женек мой, Генуя. Вот сейчас я вам покажу. В принципе, когда получила эту прививочку, веточки были, ну, вот такие коротенькие. Я ее получала в июне или в июле, и вот она вымахала как. Вот первая ветка. Как вы видите, вот она все-все, вот бутончики все отсушивает. Один, но я так думаю, что и этот тоже она отсушит. Потому что мне уже не нравится его цвет, он уже бледненький, светленький. И вот еще одна ветка. Здесь она тоже. Она стала намного позже бутоны выпускать, но тоже они, вот они все отсушивает она. Вот этот бутон, ну, может быть, вытянет, потому что я смотрю, он растет в размерах. А так, ну, не вытянет. Что поделаешь? Будем ждать весны. Весной будет им солнышко, тепло. У нас на юге солнца довольно-таки предостаточно. Ну и сейчас покажу еще одну прививочку. Также я получила ее конец июля, начало августа. Я, к сожалению, уже не помню почему-то. Вот. И она у меня тугодум. Эта прививка. Здесь вот каудекс какой шикарный. И корни толстые. Они заплетены косичкой были. Как человечек. Ручки, глазки. Там под землей вот эти толстые корешочки, они заплетены в косу. Уже такую получила. Я ее прям полюбила, влюбилась. Ветки такие длинные они и были. Вот она варигатная. Очень с трудом она у меня просыпалась долго. Просыпалась и уснула. Она склеила все листочки. Потом я уже насильно руками их расклеила, макушечки. И вот они у меня проснулись и наконец-таки пошли в рост. Ой, наверное, вот плохо было видно. Они такие интересные, у них расцветка. Варигатики, но они с розовинкой какие-то. Вот три веточки. А у этого, в принципе, я и получила, когда ветка была, вот она была такая светлая, она такой светлой остается, и листья лезут. Ой, они как розовато-персикового цвета. Говорю, к сожалению, камера не передает. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. Это вот мои три прививочки. Ну что, остальное все у меня малышня. Что я еще могу сказать? Спасибо всем за просмотр. Извините, что отняла столько вашего времени. Ну, очень хотелось показать свое богатство. Для меня это действительно как богатство. Моя
прелесть, моя радость. Сынульке вот 1,5 года. Ох, я каждое утро с ним воюю. Он достает малышей, цветочки мои, высыпает землю, вытряхивает на полосы. И мы играем в песочницу. Так что у нас каждое утро начинается с перекапывания цветов, с пересадки. Всем пока-пока, спасибо за просмотр.